Так, меня зовут Чудутов Олег, я художник, в некотором недавнем времени художник-иллюстратор по обстоятельствам, так сказать. А вообще, как бы, рисованием занимаюсь с детства, то есть прошел долгий путь к этому. Занимался в художественной школе, потом в художественном училище и в художественной академии. Вот, за последние два года проиллюстрировал 4 детские сказки. Из них уже 2 вышли, 2 готовятся к изданию. 2 комикса было еще проиллюстрировано. И, ну, но я думаю, на этом я как бы немножко закончу, потому что я себя как бы позиционирую именно художником, станковым художником. То есть это картины, графика, в общем, печатная графика. Скоро вот у нас появится фортный станок, где мы сможем делать линогравюру. Это высокая печать, то есть сначала вырезается линолеум, потом наносится на него краска и печатается. Также будем делать живописные полотна, ну и станковую графику. Это я слышал, что ты, вот как ты сейчас объяснил, иллюстрировал сказки. Проиллюстрировал, а также являлся одним из авторов, да, комикса, uh-huh. Даже первый коммунистский комикс. А также вот я вижу, сверху лежат карты. Можешь чуть-чуть больше по каждому из проектов? Года 2 назад, в сентябре, я зашел в книжный магазин. Попросил детскую книгу именно с калмыцкими сказками. Все магазины оббегал, ни в одном магазине не было ничего. В общем, ну я подумал, надо сделать что-то такое, чтобы это было современное именно, чтобы не как вот в советские времена, когда выпускали сказки, там много было текста и там 3-4 черно-белые иллюстрации. То есть мне хотелось сделать книжку именно, чтобы каждая страница была иллюстрация и немного текста. В общем, задача была такая. Первая сказка, которую я сделал, «Три чуда», 34 иллюстрации плюс обложка. Работа проводилась в течение 3 месяцев. В основном, когда что-то начинаешь, допустим, да, делать, большая часть работы занимает именно сбор материала. У нас с этим очень сложно, потому что, ну, именно по костюмам, да, там, по бытовым каким-то предметам, вообще, ну, очень сложно все это собрать, где-то найти. Приходилось все это по крупицам собирать, какие-то старые фотографии находить, в архивах поковыряться, в общем. Даже во время работы были какие-то правки там по именно традиционным национальным костюмом, потому что сейчас, да, вот, например, молодежь воспринимает калмыцкий костюм, это как вот танцевальный костюм, они думают, что это как бы и есть традиционный, хотя это уже стилизованный калмыцкий костюм 20 века, так сказать, потому что традиционный калмыцкий костюм, начиная вот, он был немножко другой. Во время уже того, как, во время работы, даже когда уже книжка вышла, мне показывали эти ошибки и говорили, что так здесь, допустим, шапка носилась она именно прямо. Да, улан золота был не ниже, чем край, то есть шапки. То есть я делал там чуть пониже, мне получилось. Вот. По поводу калмыцкого ножа тоже. Сначала я делал наподобие бурятского ножа, то есть, а калмыцкий нож он был совсем другой. Вот. Это все по ходу тоже исправлялось, то есть, чтобы это было как можно более достоверно. В общем, поступило такое предложение создать первый калмыцкий комикс. У меня есть знакомый, он тоже художник, Ачир, привет. Вот. Он предложил сделать, это его идея, его сценарий, так сказать. Но единственная проблема была в том, что у комикса есть свои какие-то правила, свои каноны. Мы пытались сделать именно в японском стиле, но у нас как бы не совсем, я считаю, получилось. Это как бы немножко среднее между американским и японским. Американским, да, японским, то есть что-то такое среднее получилось. Потому что формат именно японского нам подходил. Потому что маленький формат, черно-белые иллюстрации. В общем, это и по бюджету, и по объему работы тоже как бы нам больше подходило. Очень сложно было именно продумать самих персонажей, то есть каждого надо было придумать его характер, то есть создать его внешний облик, да, то есть чтобы он соответствовал, разработать именно
компоновку сценариев, то есть раскадровку сделать. 32 страницы, все они должны быть изрисованы. Ну, первый вышел, в общем, он такой, тоже, как бы сильно нас не судите, это первый был. Второй постарались уже более так профессионально подойти, уже какой-то опыт приобрели. Мы как бы первый калмыцкий комикс выпустили. Карты – это уже коммерческий проект. В общем, идея была такая – создать именно карты с национальным каким-то колоритом, чтобы их можно было дарить. Вот. Мы попытались изобразить четыре масти, там идут четыре эпохи калмыцкой истории. То есть это начиная с Джунгарии, потом калмыцкий период, когда пришли мы сюда на Волгу, потом чуть позже, по-моему, и 812 года. В общем, мы как-то так решили это все сделать. Ну, получилось 16 картинок в общей сложности в колоде. Вот. Ну и тоже там пытались все это как можно более достовернее сделать. В общем, вот здесь вот именно калмыцкий костюм, он, как бы, я думаю, соответствует историческим, как бы, реалиям. Да. Вот этот проект нам предложили сделать питерское издательство БХВ. Они делают серию сказок, «Сказки народов России» называется. До того, как они ко мне обратились, они уже сделали ханты-мансийские, там еще какие-то, я точно не помню. Пропаганда культуры и сказок наших по, так сказать, просторам России. То есть это уже такой более значимый проект был. Вообще, получается, за вот этот период в общей сложности около 250 иллюстраций было сделано. Сейчас вот на данный момент появилась мастерская, я думаю, уже мы сможем делать проекты именно такие, как живописные полотна, там, жанровые композиции, в общем, какие-то портретные, сюжетные работы. Вот. Как раз то, что душа чему лежит, то и сейчас и будем этим заниматься. Но мы сейчас создаем общественную организацию молодых художников в союзе художников, так сказать, как подотделение, что ли. В этот декабрь будем проводить выставку молодых художников. Там не только будут художники, и прикладники там будут, керамика, скульптура, в общем, кожа, изделия по коже, дерево. Хотим объединить всех там по сюсекам, собрать там где-то резчика по дереву взять, там кто-то там кожей занимается, в общем, всех собрать и сделать выставку, как бы сказать, о себе заявить, в общем, что мы все-таки еще есть, что мы, вот они мы, и показать, что мы можем сделать, в общем. Если получится, конечно, мы попытаемся эту выставку вывести и в другие города России, в общем, ну, это такие грандиозные планы, которые, как бы. Пожелания гостям и жителям республики. То, чтобы наша республика все-таки начала процветать и что-то, какие-то изменения произошли. В общем, я думаю, многие со мной согласятся в этом плане. Ну и чтобы наша культура все-таки, это очень важно, я считаю. Потому что без культуры... Культура – это душа народа. То есть она должна как-то существовать. Если не получается так, то хотя бы с поддержки государства какой-то, я думаю, если захотят, то сделают. Ну и от нас все зависит, конечно. То есть если мы будем работать, то... И будет результат, конечно. Хорошо.